Выходные или на зимние каникулы особенно полезно оторваться от любимых сериалов на кабельном, встать с дивана и укрепить свой иммунитет на свежем морозном воздухе. Несколько часов на верхней Березовке зарядят наш организм силой и энергией на несколько дней вперед. Главное одеться потеплее и удобно. Накануне Нового года погода баловала улан-удэнцев на редкость теплой температурой и обильным снегопадом, что не могло дать повод выбраться за пределы мегаполиса. Семейный выезд на природные ландшафты Верхней Березовки – самый удачный выбор. Подарочки дадим всем, кто танцевал. В преддверии новогодних праздников компания «Стрела Телеком» организовывает для своих абонентов небольшой праздник. Сегодня мы раздаем ледянки и устроим очень много конкурсов для детей с хорошими призами. Можно крутиться, можно прыгать и так далее. Все детишки должны повторять, чтобы согреться, ладно? Первое у нас будет показывать движение Валя. Проходи сюда. Валя, как тебя зовут? Валя, конечно. Еще раз скажи. Давай, Валя, вставай здесь. Ты будешь показывать движение. Не очень сложные показывай, ладно? Не надо делать сальто, садиться на шпагат. Что-нибудь такое простенькое, главное энергичное. Мы все повторяем за Валей. Итак, раз, два, три, поехали, Валя начинает. Оп, повторяем, повторяем. Никто не стоит. Все говорили, любят танцевать, поехали. Оп. Валя делает одно и то же движение, но надо придумать что-то новенькое. Надо что-то новенькое придумать, Валя. Оп, нога пошла. Нога пошла. Давай, Ирочка, давай, повторяй. Хлопаем, говорит Валя. Сумочка, танцуй. Ножками. Оп. Ну-ка, может, что-нибудь другое? Покрутимся. Крутимся. Ай, молодец, Валя, согревает друзей. Спасибо, проходи, дайте. Сядь, проходи. Нога! Как быстро едет? Есть! Это новый рекорд! Кирилл, ты красавчик, иди! Атмосфера праздника захватывала всех участников веселой субботы. Постепенно площадка Orange House заполнялась семьями и активными ее участниками – малышами и детьми дошкольного и школьного возрастов. Ведение веселой субботы Ирланом Сидказиновым полностью оправдывало название развлекательной программы. Участие в конкурсах поощрялось ценными и вкусными призами. Здесь тут уж можно далеко кататься, даже по снегу этому не по льду. Да. Снежки можно играть, делать снеговика, кататься на горках ледяных, можно делать самому горку. А сколько вы можете часов провести на улице? Вы не мерзнете? Нет. Не особенно. Здесь хорошая одежда и подштанники. Нашего чемпиона покатали с ледянки, его зовут Кирилл! Скажи, что помогло тебе победить? Ладно, нормально. Держи подарок тебе. Повторяй, сейчас я не буду, я еще маленький для таких слов. Уходи. Ну и детишки, всем даем конфетки! Компания «Стрела Телеком» рада предложить своим абонентам новый тарифный план «Зима в плюсе». Всего за 399 рублей вы получаете 50 мегабит интернета. Ух ты! Поскакали! Давай, прыгаем, детишки! Согреваемся! Сылмешка танцуют все! Замерзнешь! Посмотри, а! Взрослые, может, тоже повторяем немножко? Что будем мерзнуть? Поехали! Ты перестань танцевать, я все вижу! Оп! Приседай, там же красавчик. Давай, делаем еще. Очень сложное движение, показываем.
Танцуем, Сарюна, Сарюна, а мы полегли, полегли, полегли. Очень, очень незамысловатые движения. Мы двигаем просто коленями. Делаем очень серьезный рефлекс. Да, не взлетит, и нужно здесь на земле. Очень интересные, оригинальные движения у Ирочки, надо сказать. Ирочка, она у нас как птичка. Давай. Мышцы немножко активизируются. Ну и вообще, когда на свежем воздухе, спортом заниматься очень полезно. Ну и настроение поднимается сразу же. Лень уходит зимняя. И охота что-то еще делать, кроме помимо работы и учебы. Всем активного отдыха и хорошего настроения. Зима же идет. А зима тебе чем нравится? То, что она красивая, своим белым краской и снегом. Я разогреваюсь, когда прыгаю и катаюсь на санках. С Новым годом! Кататься нравится? Да. Неким апогеем веселой субботы «Стрелы Телеком» стала традиционная зимняя забава – лепка снеговиков. Три команды представили свое видение снежного персонажа. Thank you.